Здравствуйте. Сегодня этот обзор, скорее всего, будет для домохозяек. И, наверное, этот обзор будет популярен где-то зимой, или когда уже становится, скажем, холодно. Ну или вообще, наверное, он будет актуален или вспомнится. Если посмотрели его раньше, вспомнится как раз-таки этот обзор зимой. К чему я клоню? Эта вещь, она необходима, наверное, в каждой семье. Если есть дети или есть бабушки, я думаю, та вещь, которая должна быть вообще по идее в каждой семье. Способом эта вещь пользуется. Сегодня мы решили просто на ней делать небольшой обзор. То есть тут то и рассматривать в принципе нечего, но мы решили это показать. То есть называют его по-разному. Называют его теплый плед, называют его термоодеяло, называют его одеяло с электрическим подогревом, называют его электроодеяло. Сегодня дело пойдет о компании Claystone, которое называется Доктор Ватсон. Поэтому давайте сейчас я прочитаю, что сам завод-изготовитель говорит. Ну тут он мало что о нем может сказать. И мы его рассмотрим. Распакуем, посмотрим, что из него выходит. Итак, одеяло с электрическим подогревом. Claystone. Называется само одеяло Доктор Ватсон. Это электрическое одеяло с мощностью теплоотдачи, с мощностью нагрева 120 Вт. С нагревательным элементом и тремя уровнями нагрева. Сделано одеяло из мягкого флиса. Это полиэстер. Полиэстер, так интересненько. Так, Claystone является приятным на ощупь, мягким электрическим одеялом. Идеально подходит для холодных зим, дней и даже холодных зимних ночей. Вот. Вкратце тут просто все перевод, поэтому, конечно, приходится переводить еще, когда читаешь. Все как-то без окончаний. Ну, как Google переводчик перевел, так мы прочитали с немецкого. Значит, что она себя представляет? Вот наше одеяло, мы его немного распаковали, потому что мы уже пробовали его, включали. Сразу хочу сказать, это не грелка, она обжигать не будет. Но это такое ощущение, как будто только что одеяло снято, обычное одеяло снято из горячей батареи, и ты им накрываешься. И причем это тепло при тебе остается постоянно. То есть она не обжигает ничего, но эффект классный. То есть, значит, одеяло выглядит... Ну, у нас она такого цвета, так подразумеваю, что цвета могут быть разные. Вот, датчик непосредственно, куда включается вот наш элемент. Самое, что есть дорогое в одеяле, как мы узнали, ну, тут уже никому, это непосредственно вот сама вот эта вот система, друзья. Вот эта система, она самая, датчик, самая такая дорогостоящая, потому что именно клей мы здесь... определенные, так что за этим вот, ну, смотрите, если у кого есть одеяло или что, не роняйте, потому что с этим может возникнуть определенная проблема. У нас, например, там в районе Беларуси или что, достать с трудом. Вообще это одеяло достать у нас с трудом. Это качественно хорошее одеяло, и цена его доступна, поэтому в этом весь спрос. До сюда такие вещи почему-то не доходят. Низкокачественно по дорогим ценам доходит. Значит, что мы делаем? Мы сюда включаем, вот тут все расположено. Ограничители и здесь есть. То есть тут не перепутаешь. Мы его включили, зафиксировали. Вот. А одеяло, я так понимаю, есть разных размеров. У нас точно размеры я не знаю, но у нас такая полноценная. Ну, на сколько это одеяло будет? 180, насколько-то я не помню. Ну вот там. То есть получается на рост человека. Ну, но односпальное. Скажем так, одеяло односпальное. Значит, там. Значит, что здесь появляется? Значит, здесь уже написано, чтобы еще раз вам можно было прочитать. Вот видите, как бы модель включается на 220-240, имеет 120 Вт, ну, это температура нагрева. Хотя, вот это даже не температура нагрева, это даже как бы теплообмен. Ну, и тут все. Табло абсолютно простое. Сейчас мы включим его в розетку. И три режима нагрева в этом одеяле есть. То есть одеяло абсолютно безопасно. Никаких проводов, ничего нету. Я, ну, то есть какие-то нагревательные элементы в нем вообще не чувствуются. Вот я его мну, вот я его ломаю. Нигде никаких вот таких острых углов, каких-то плат и что-то еще нету. А не ощущается. Просто обычное такое вот, ну, двойное плотное одеяло. Мягкое такое одеяло, приятное на ощупь.
Значит, вот у нас это нулевой режим. Вот 1, 2, 3 и арабскими цифрами написано, и которые и обычными нормальными, скажем так. Значит, вот у нас единичка. Вот у нас переключается двоечка, нагрев. Вот у нас переключается троечка, нагрев. Ну и как бы и все. Отключения как такового нету, но, по-моему, там стоит определенный датчик, который нагревает до температуры определенной, которая соответствует, например, тройке, или которая соответствует двойке, которая соответствует единице. Потом само как бы отключается, снова потом включает. То есть она постоянно не нагревается до максимума и рубит так, чтобы... А нет, она поддерживает температуру, отключается, снова подключается, снова поддерживает температуру. Или ноль, который мы выключаем. Вообще им по факту даже можно пользоваться и просто так. Ну, и учитывая, что так неблагородно будет, но по факту можно. То есть сейчас я... Греет оно приятно. Сейчас просто вот... Ну, вот эта бирочка, такое ощущение, что просто вот вы взяли и какое-то одеяло чисто сперли с магазина, и все, и на вас осталось висеть. То есть эта бирочка, вот эта вот пластмасса, по факту она и не мешает. Значит... Вот оно такого плана. То есть если где-то что-то накрыться, то можно даже скрыться. Ну вот оно как раз нормально, все. То есть оно полностью на весь рост. И вон с головой можно спрятаться под одеяло. С ногами спрятаться одеяло. В два свернуть, на колени положить. Ну-ка, если я вот в два его. И оп. Ну все, ну как бы до боли очень комфортно все. Что, ну, это все, что мы можем сказать, потому что, например, включить, лежать под ним нагретым и показывать, как ты балдеешь, ну, не думаю, что это очень эффектно будет, ну, а больше рассказывать нету. Просто, что качество хорошее, по шву давайте еще посмотрим, что касается швов. Ну, то есть, тут ничего не видно, что касается швов. Они вроде как и есть, но их как бы и нету. Все. Касается бархатки этой, ну вот она вот так. Ну, на этом, наверное, друзья, как бы и все. Что касается нагревательного элемента, если его рассмотреть вот даже с этой стороны, то есть он на такой платформе там сделан, с обратной стороны вот чуть-чуть, но она не острая там. Гладкая, я думаю, что она будет долго служить. И весь этот элемент. Ну, тут как бы и больше нечего показывать. Только единственное, что можно сказать, что как бы, ну, хороший качественный товар. И цена его товара недорогая. А то, что он пригодится, и вообще в каждой семье он действительно может пригодиться. Ну, так это действительно факт. Ну, даже те люди, которые любят, например, там по осени выходить на балкон и попивать горячий кофе, подключив это одеяло на трубочку, подогрев это одеяло, чтобы она немножко нагрелась, снять, отсюда достать, ну, скажем так, блок питания, назовем его так, блок питания, кинув его на плечи, выйти на балкон, попить кофе, при этом как бы в тепле быть. То есть, ну, как бы хорошо. Поэтому все, если что, заходите к нам на сайт, смотрите, мы там будем делать какие-то определенные... обзоры, да, смотрите, скажем так, по-простому, смотрите наши обзоры, заходите на сайт, смотрите те товары, которые у нас есть в наличии, вот, а мы будем стараться чем-нибудь вас еще какими-нибудь интересными обзорами или хорошими качественными товарами будем стараться вас удивлять. На этом все, ну, и не мерзните.